Чё ты там? Тыкайте на сумму. Быстренько сходим, пока еще нужно. Ну тыкайте, что вы встали-то, я не понимаю. Хожу на ДК. Она кишили кто? Какие звук, наверное. Олег, ты рядом с банком? Не. Ну, возьми глиф и ему на веер. Спасите, и на трикса. Я под этим деревом. Мне нужна помощь. Я думал, возле такого банка, может, там грабить собрались, уже думаю. Исходи, древнейшая. Скоро ты присоединишься к своим друзьям. Да, я обратно на паке. На приста. Это секунду. Упал на слот. Можешь холодец зайдет обратно. Он не зайдет, он написал. О, смотри, Рейган взял. Какие крау у нас путинцы, плащи как крау. Просто на БДК зайду. Давай еще раз сыграем с пуля. Да, давай, я иду говорить.
отправимся. Зипунка тоже меняет, что ли? Не-не, я здесь, я сейчас приду. Доброе. Это, в ЦЛК 41 человек находится, всего лишь. Так уже поздно, уже там все долиди дошли, вайпнулись, разошлись, а там остались только самые стойкие. Да, раньше можно было зайти по горе, там, подамажить полчасика. Если это даже уже нету. Ничего, сейчас 1 сентября будет обратно, там будут рейды. Ой, да, уже 1 сентября. У меня через 2 минуты. Давайте. Ну, у нас еще 2 минуты. Не знаю, еще 4 часа до 1 сентября. Там E-Raid Seals of Brothers есть, так что надо поспешить. Ну, он уже не очень. Я в них в РС-ке до спятера был, у них там печально все было. Апельсиновый штат, я понял, там нормальные игроки поуходили. Зато веселее стало. Вайпы там, что такое. Они РС убили. Кстати, сейчас. Ну, вы, кстати, тебе не предлагали ей к нам вступить? Предлагали. Отказалось? Ну, типа подумает, но скорее всего, да. Ну, она на той неделе вообще ходила в рейды, попадала. На такой фаворитности там состоишь той гильдии, там АМ-ка, то кинь сюда персонажа, то ходи по ролу. Ну, как-то так. Unforgiven поставь, Толик, пожалуйста. Олег, ты взял пиф для Рони? Не. Я забыл. Ну и Зипанк возьмет. Ну, там ближе, Долорана. А уж на полетке лечу, я ничего не возьму. Пожалуйста. Дайте ли столик? Чего вы мне на него не подарите? Только жесткий бафо. Да что хочешь, могу 5000 голды подарить. Золотистая прото всем. Когда день рождения? 15. Я поставлю, получишь. Харалька, что тебе надо? Могу тоже что-то подарить. Не знаю. Подарите мне эти. Сводите на слезы. Кого? Слезы? Ага. Что за слезы? Ачивка из головы. Да, 25. Ой, нет. Это будет легче. Трудно очень. Не знаю, легче накопить на BMW RX5, чем это сделать. Это не трудно. Берешь и нам баф собираешь, идешь на слезы. Да, один проще по-другому взять. 5 человек, 1-2 танка. Пару хилов и 2 ДД нормальные, чтоб точно.
и убиваешь. Соберешься упереться. Там мерса есть? Ну да. Ну ладно, туда 5 ДДшек берешь. Чё это Тамяша не в гильдии, что ли, Seals of Brothers? Кто? Ну вот это апельсиновая. Уже вышла с гильдии, что ли? Да, она там I Can Feel или как-то так гильдия называется. Там одна гильдия этого... Там где Алина была гильдия, того... А то это вторая гильдия, не помню тоже как называется, как-то так, как это... Кенефил, Трекефил, там их две. Она в какой-то из них. История повторяется. Вообще не понимаю, все нормальные игроки на каких-то уебищных гильдиях сидят и с пугами ходят. Потому что, блять. Потому что пуга в гильдиях они там боги, они дают первый ДПС там. Все знают. Да нет. Кстати, да. Не, потому что? Что если у нас гильдии не будут, они в мои рейды не хотят ходить вот из-за этого. Наши гильдии это так, средние игроки там. Угу. Славка, у тебя самые шикарные рейды. Вот так вот. Да, у вас нормальные рейды. Дайте бафы по пристам и выебал. Давайте будет основу, паралайз первую купим, золотистая вторую. Олег, помнишь же, да, когда прожиматься? Вообще не помню, прожмусь наугад, короче, на удачу. На первой копии прожиматься? Да. На 35%. Перед вторым разделением. Перед чем? Перед вторым разделением. Хаба тут? Понял. Начинай. Приехал. Двое сильнее страдания. Что вот это было? Почему сейчас вихрь остановился? Секрет. Прервал каст. Двое сильнее страдания. Зачем интересно? На 4 плохого я на шумане давно не играл. Блин, меня даже вихрь не, вообще не дамажит. Что, починили его опять? Поломали? Мы его и не чинили. А, не, раньше босс бегал за танком с вихрем. Сейчас так же. Когда он вырастает, он... Вихрем у него вырастает. Но до сих пор оно не подвергалось такому штурму. Черные драконы явились из ниоткуда. Мы даже не успели понять, что происходит. Силы были неравны. Мои братья гибли один за другим. А я спряталась здесь. Алекс, начинать тут. Нас убивали с расчетливой жестокостью. Но основной целью врага была кладка яиц в святилище. Атакой руководил кровожадный Заритрия. Но боюсь... Слуги! Обратите их в пепел! В самом начале я ощутила присутствие их настоящего лидера.
огромного сумеречного дракона. Герои, мне неведомо, чего добиваются эти захватчики. Но одно я знаю точно. Их нужно остановить. Войт будет свет танчить. Не умею танчить. Первая пати тьма, все остальные свет. Паралайз танчит тьму, Войт свет, золотистый мелкий трэш. По хилам Гутербол и Рейган хилит свет. Варенька и Стай и Лазипанк хилит тьму. Четвертая пати, кроме демона, остаетесь добивать больших. По инерам Алдеран всегда заливаем ману Гутерболу. Неривари Джесс на второй фазе заливаем Лизипанку, на третьей фазе Гутерболу. Какой сенат испаришь третью фазу свет? На третьей фазе кинешь Рейган УСС Холи Палу. Только на третьей фазе, как все выйдем в свет. Чек на готовность. Золотистый, расскажи, где и трэш держать. В рейде, где метеор падает, там держится трэш. Но она же была только что с нами, видела, я так понимаю. Да, во тьме было. Все равно на первой фазе же видел. Ну, на приличном расстоянии от большого, чтобы они не росли. Видишь, что просто сразу бьешь их подальше от большого. Все готовы. Вот, иди начинай. Ну, точнее, Олег. Этот мир вот-вот соскользнет в бездну. Вам выпало... Магическое оружие на КД. Варенька. Гутербол метка. Сальва на мага киньте? Или на пулды? Да не надо. Луковая метка. Перебежали. Не надо. Крауд метка. Согрится мелкий трэш на тебя, ты сдохнешь там. Так, заходи сразу. Четвертая пати добивает, остальные заходим в тьму. Тверни немного. Хаба, ты что тут делаешь? Уже смеешься.
кажется, тебя добьете. Хак с меткой. Добили, заходите. Заходите. Следующую метку ближе к морде справа, а той, что позади нас. Ждите немного, чтоб лезвия прошли, потом выносите, я кишила метка. Не знаю, Вазипанк только что чуть не сдохла. Какой сина метка? Пятьдесят 2%. После метки будем выходить. Стая метка, заливали. Выходим в свет. Свету рост. Джесс, давай под первым крыжезвездом. Хаба метка, а с чего у нас рост КД? Наболтали, да. Понял, я не заметил даже. Перебежали. Unforgiven метка. Растут, растут, растут. Джест, подними Акишеву. Перебежали. Золотистую хильте сейчас. Золотистая метка. Как прибегут, заморозь трэш. Только когда все прибегут. Давай, морозь. Падаем. Но. Зато как вовремя, да? Падаем, падаем. Сколько еще таких героев? Сколько еще таких героев? Че у нас остался? Протопал умер. Была метка на нем, трэш прибежал. Акишива, портуйся в Далран, возьми банки. Киди, блядь. Портуйся в Далран, я сейчас зайду на другого перса, скидаем тебе символы. Жест на черта не смотрелось. А реагенты есть? Жест. Да уже ладно. Поставьте шкаф сейчас с манем, Акишил. Вместо череды, наверное. Я у входа в банк, подойди ко мне. Ордынский банк.
Оставь коварный, и эти два символа поставь. Сумуньте его. Она уже тут. Дайте по нему бафа. Лазипан, песта и варенька, бутербу. Эста и... Начинай. Заходите за линию. Этот мир вот-вот соскользнет. Видели, да? К сожалению. Как погоди? Верни учителя. Чего он не пишет у рейда? Метка. Перебежали. Повесь орехи на Олега. Слушай, а Холён правильно стоит? Там встанешь? Вставай. Или ты уже? Рамзес, метка. Перебежали. Уже в рейд. Жест, метка. Заходи во тьму. Рейд, заходим. Рамзес, метка. Крауд, метка, заходите. Ближе к морде сейчас метку. Лазипанк. Пятьдесят 54%. Падаем. Может быть, что-то незвычное. Я упал, это кончилось почему-то.
Вот там нахилился БДК. Что меня убило? Это Парихаст или что? Очень быстро сложило. Да, Парихаст тоже был. Не было прихвоста. Что-то было. Это я виноват, я не хилился. А нет, все-таки был прихвост. Ну. Сейчас 31400 было хп, а он ударил 32800. Тысячи хп не хватило. На хп не кликнули. Выходит, меня еще не хилили, верно? Тут быстрена и... Ну, там сложно было, что... Папку друиды. Интервал 1.5 секунды. Просто два удара. 31 и 32. Все готовы? Наверное, на один углору тогда. А что у тебя было? Так, купились сразу? Да, было Глора. Расслабьтесь. Значит. Богохульник не открыл. Бежим. Мы уже в рейде. Джест метка. Богохульник. Небеса в огне. Перебежали. Алдеран. Заходим. Рейд заходим. Что-то я не вижу бафа на хп крика. Где-то не отображается просто. У меня его нет. Какая наша вина? Хопка метка. А, заходите. Да, мне что-то 63к и 700 смущает. Это уже с криком. Ага, да.
54% Гудра был метка. Дайте мне маны. Бьем пока босса, ждем метку, потом выходим. Это не я. И... падаем. Да, кто есть хороший. Пэт, скорее всего. Или... Блядь, я же специально говорю, ждем метку, потом выходим. То есть на него кинулась метка, и он нажал портал. Что уже возле портала было. Блин, я тут стараюсь. Удар смерти набиваю. 156 тысяч уже. Тут поможет ДК отхилиться за весь бой на Харионе. Ну. 600-700, я думаю, не больше. Это удар смерти только? Нет, в общем, захват. У меня уже 210 было. Так, ладно, начислю ГП. Только каску кинь. Ладыка. Сейчас у меня 63 066. А было 63 000. А, все, лапы нет, понял. Крик, это все равно нет, нет вместе. Вара, обязательно перед заходом во тьму кричите для танка, который танчит големов, чтобы половину третьей фазы, ну, хотя бы крик был. Это очень важно. Какое коле там поставить? Сгнила морда? Нет, кость у меня 7%. Тогда не ставь. Не ставь. Семь целых 60 метров. Сейчас быстро делок. Все готовы заходить за линию? Начинали. Этот мир вот-вот соскользнет в бездну. Вам выпала честь узреть начало эры разрушения. Повести реки. Магохуник метка. Небеса в огне. Перебежали. Сметка. Небеса в огне. Перебежали. Алдеран метка.
мобов. Там похилился что? Кто хален-то не вроде. Нет, Олег похилился с тем МБ, но не его пошли. Заходи, Олег. Рейд, заходим. Что бы ласка дыша не будет. Был метком. Герцогиня метка. Заходите. Ближе к морде сейчас метку. Хакс. Акишева метка 54%. Бьем, пока босса не выходим. После метки будем выходить. Хакс, метка. И выходим. Святой рост. Какой сына метка? Перебежали. Бутербол метка. Во тьме рост дайте. За лиману. Да не подходи ты так близко. Перебежали. Во тьме давали рост? Да. Свет стоп. Свет не бьем. Хаба метка. Да типа кто-то есть? Прожимок нет. Акишева метка. Золотистая, как перебегаем сейчас, да, шкаплю по воду, перебежали. Хаба метка. Можете маму залить кто-нибудь? Что-то там есть? Босса не бьем, только трэш-крауд метка. Бьем босса, перебежали. Unforgiven, стоп мне. Я вес прожал. Нормально. Давайте заметка. Инвиз я прожал. Приморозь сейчас трэш отведи. Приморозь трэш сейчас на протопале метка. А какой этот отводи, да, растут. Все отлично.
перебежали. Молодец, Алдеран. Не бейте, свет не бьем, ждем трэш. Джест метка. Дальше трэш. Да, вот, не дальше. Не надо примораживать, блять, зачем сейчас примораживать? Никому-то не понимаю. Пиздец, блять. Да все, последний трэш. Приморозил пол трэша, блядь, не получилось ставить, вот такие метки. Все, добиваем босса. Вот карма мгновенная. Я в текстуру перебежался. Бегите, только не падайте. Это все из-за групп лута. Ну что-то трэш прям. Да, нормально лут стоит. Добиваем босса, напуливаем трэш и тупо в босса играем. Сука, ну не падайте. Ку-ку. Вася, выбеги, пожалуйста. Господи. Да все, добиваем, добиваем. Говно какое-то упало. Чё хуже, чем в прошлый раз? Я нахилил 415 тысяч. Хило колесо рулим. Ну это нормально. 320 тысяч. Пошли третью собирать. Посмотри, как тебя пробивало. 1.5 миллиона только в тебя ушло. Вообще какой-то. Немного, 1.5 миллиона это мало. Ну, если получено у него. Только я 1.5 только нахилила, а еще и другие. За меня Рестершман вообще почти не хилил. Такое ощущение, что... Джесс писал, что нахилил? Нет, Джесс на кота. Тима, Тима вытащил просто холи прист, если б не он там, это было бывает. Похлопаем, стоя ладоши ему.